Девочки, которые растят детей без пап, ну, я не знаю, вы просто для меня герои. Потому что, по факту, ребенку 20 дней. Папа есть дома, но он настолько абстрагирован от нас, что, ну, ребенок у него на руках плачет, их не оставить одних. И он вообще от нас отдалился и никак не хочет, ну, ничего делать. Он берет на руки, просто, ну, молчит с ним. Как бы, говорю, пообщайся с ребенком, то все. Этого не происходит. И я, получается, все вот эти вот 21 день, все, что заперти с ребенком, нет никакой помощи, но я не вывожу. Девочки, которые в такой же ситуации, я вас очень поддерживаю и очень понимаю. Держитесь. 20 дней ребенку. Естественно, это естественно, что мужчина может испугаться. Мужчина не знает, как его держать. Для мужчины это вот кроха, это, знаете, это стресс. Вот реально стресс, потому что он боится его поломать, сказать что-то, сделать ему не так. Это 20 дней. И представляете, с этой мамашей уже 20 дней, она уже не тащит семью. Скорее всего, она с ним разведется, скорее всего, она его кинет, бросит, уйдет, выставит на алименты. Все это будет в этой семье, это безусловно, уже понятно, так скажем, с первых 20 дней. Но при этом всем я уверен, что этот мужчина зарабатывает деньги, содержит эту семью, кормит и, может быть, даже делает гораздо больше, нежели чем другие отцы. Но вот женщина хочет, чтобы мужчина работал, приходил домой, мыл полы, стирал, гладил и еще, сука, занимался ребенком. 20 дней только прошло. Там еще мужик даже в сознание толком не пришел, что у него теперь еще есть ребенок. А она уже истерику закатывает на камеру, всем показать. Пожалейте меня, несчастную.